Меня зовут Гаджили. Я официальный член Международной ассоциации «Друзья Крыма». Это в прошлом году создано. Я член правления и соучредитель. Мы 4 человека, делегация сюда. И как вы подумал, как выбор? Я вижу очень спокойно, везде порядок. Мы были в 5 мест, ну, участок, да? Везде не просто тихо, даже культурный. Не только нет шум, порядок. Я чувствую это высокий уровень демократической деятельности. Во-первых, мы спокойно везде смотрели и видим везде общий порядок и культурный. Я даже удивляюсь. Дом некоторые старые, но когда на выборы, да, голосовать, люди как интеллигенты очень спокойно, это современный как уровень демократии. Мир китайских языков хочет знать, что случилось здесь. И регион Черного моря. У нас такое желание Китая, у народа. Только взаимознание есть, будет взаимопонимание. Взаимопонимание есть, будет сотрудничество. Сотрудничество есть, будет дружба. Дружба будет. Есть будет мир. Мы желаем здесь мир, процветание по экономике, по обществе. Через несколько лет мы, как свидетели под вашим новым руководством успехи, желаем успехов. Спасибо.